Дворец культуры имени Наймушина открывает семейный фотоконкурс «Сагаалган в каждый дом». Для участия необходимо сделать фотографию своей семьи в стилистике бурятской национальной культуры с использованием традиционной одежды, обрядовых элементов и национальных блюд. Фотографии участников принимаются до 8 февраля включительно. Итоги фотоконкурса будут объявлены 10 февраля в 15 часов в рамках проведения Нового года по лунному календарю «Сагаалган» в концертном зале Дворца культуры. Победители получат дипломы и памятные призы. Дополнительная информация в положении на сайте dknaymushina.rf. Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».